السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شکر کے مضمون کا تذکرہ جتنا جماعت احمدیہ میں ہوتا ہے. Никто не может так глубоко понять тему благодарности Всевышнему Аллаху, как это понимает Ахмадийская мусульманская община. Мы претендуем на то, что никто не понимает и не может понять этого, потому что истинной благодарностью является та благодарность, которая воздается Всевышнему Аллаху. Та благодарность, которая воздается для того, чтобы обрести благоволение Всевышнего Аллаха, для развития веры во Всевышнего Аллаха. Та благодарность, которая воздается в случае проявления силы и могущества Всевышнего Аллаха и вызывающего страх перед Ним. Таким образом, Ахмадийская мусульманская община является той общиной, которая искренне прилагает усилия для развития ислама. Она старается донести прекрасные учения ислама до каждого уголка мира и до каждой группы людей. Для осуществления этой цели она составляет различные планы и проводит много мероприятий, и таких усилий не прилагает никакая другая община, группа или организация. Если даже кто-то и предпринимает что-то с этой целью, то относительно стараний и успехов Ахмадийской мусульманской общины, их старания и успехи не достигают и одной тысячной части ее стараний и успехов. Если не мусульманин выбрасывает из своего сердца неправильные мысли и представления об исламе, и на мероприятиях, проводимых Ахмадийской мусульманской общиной, эти люди говорят, что сегодня наши сердца и мозги очистились от неправильных мыслей об исламе, то это происходит только и только на собраниях или других мероприятиях Ахмадийской мусульманской общины. Дело обновления ислама, которое около 124 года назад начал хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, продолжается до сегодняшнего дня. И оно не только продолжается,
Но мы видим проявление исполнения обещаний Всевышнего Аллаха, поддержки и помощи. Эта поддержка и помощь проявляется в джунглях и городах Африки, пустынях и на далеких островах, в арабском мире, в Азии, в Америке, Европе. Эта поддержка проявляется в рассеянии сомнений не мусульман всех этих уголков земли относительно красоты исламского учения и возможности донести до них им это прекрасное учение ислама. Это относится также и к представляемой нам возможности обратиться к людям во дворцах Америки и Европы и их признанию красоты и мощи ислама. Поэтому дождь милости Всевышнего Аллаха делает нас понимающими важность благодарности Всевышнему Аллаху, и Он делает нас благодарными Ему, в то время как другие не могут этого сделать. Только мусульмане Ахмади больше всех понимают повеление Всевышнего Аллаха. Если будете вы благодарить, то непременно я приумножу вам. Сура Ибрахим, аят 8. Мы делаем это, то есть передаем весь ислам не с целью, чтобы люди признали нас, или для того, чтобы показать свое превосходство. Напротив, мы делаем это с целью развить миссию Хазрата Абитавана, Мессии Алейхиссалям, и показать примеру прекрасное, миру прекрасное учение святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы представляем миру это прекрасное учение ислама для того, чтобы в мире создалось глубокое понимание того, что он является последним пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы в мире утвердилось единобожие. И те дела, которые совершаются только ради Всевышнего Аллаха, не делаются ради демонстрации своего превосходства в чем-то. И если затем мы проявляем благодарность Всевышнему Аллаху за хорошие результаты этих дел, то поистине помощь и поддержка Всевышнего Аллаха увеличивается. Поэтому мы всегда должны помнить о необходимости проявления благодарности Всевышнему Аллаху. Последние несколько дней, говорит Хузур, я совершал поездку по Европе, во время которой прошло несколько важных мероприятий. Несколько мероприятий было организовано в Европарламенте, одно из них в аудитории, в которой присутствовало более 200 депутатов различных европейских стран. Состоялась также встреча с политиками, юристами, интеллектуалами, представляющими различные страны Европы. У меня также была возможность рассказать о прекрасном учении ислама перед представителями различных информационных агентств, благодаря которым информация об этом распространилась по всему миру. Ахмадийская мусульманская община Великобритании сыграла большую роль в проведении этого мероприятия. Хотя его основными организаторами были наши друзья, европейские парламентарии. В общем, эти мероприятия прошли очень успешно. Община Великобритании проявляла беспокойство в связи с этими мероприятиями,
И она просила местные общины молиться об их успехе. В ходе этих мероприятий мы, как всегда, увидели и почувствовали принятие молитв мусульман Ахмади Всевышним Аллахом. По-моему, говорит Хузур, те вещи, о которых я там рассказал, все мы считаем обыкновенными. Но если глубоко поразмышлять над ними, то станет ясно, что в исламе нет ни одного слова, которое является неважным. Потому что в религии, которую Всевышний Аллах сделал совершенной, каждое слово очень важно. Поэтому все сказанное мной оказало большое влияние на всех присутствующих, и они открыто выражали свои чувства, и все их сомнения и опасения относительно ислама рассеялись. Альхамдулилля. После этого, говорит Хузур, я поехал в Германию, и там тоже состоялось два больших мероприятия. Первое прошло в Гамбурге, где община Германии купила участок земли с расположенным на нем зданием, и они перестроили его в мечеть. Перед моим приездом они установили на нем минареты, и в этой связи там прошло одно мероприятие, которое на самом деле стало предлогом для того, чтобы пригласить туда гостей. В общем, в этом мероприятии тоже приняло участие большое количество хороших людей, которые уходили после его завершения, находясь под благотворным влиянием исламского учения. Там же, в Германии, было построено новое здание Ахмадийского мусульманского университета Германии, в котором есть большие аудитории, залы, общежития, столовые и другие помещения. Это очень красивое и большое здание. На это мероприятие тоже пришло очень много образованных людей, политиков и представителей прессы. Там, говорит Хузур, я тоже рассказал людям о прекрасном учении ислама. Точнее, я дал наставление студентам, и благодаря этому гости услышали несколько слов о красивом исламском учении, и оно им очень понравилось. После этого в Германии состоялось открытие двух новых мечетей, и в этих мероприятиях приняли также участие мэры и другие почетные жители города. И они выразили свои добрые чувства и братские отношения. На этой церемонии открытия новой мечети присутствовала одна семейная пара, которая живет по соседству. После завершения церемонии они подошли ко мне и сказали: «Мы хотим подарить вам подарок». И вместе с этим они проявили свое доброе отношение и поздравили меня с открытием мечети. Сидящий рядом со мной в это время мэр города сказал мне: когда строилась эта мечеть, то самыми большими противниками этого была эта семья, которая говорила, что если здесь будет построена мечеть, то она станет центром смуты и беспорядков, потому что якобы это свойственно мусульманам. Однако городской совет и другие соседи не стали их слушать, и мечеть была построена. В ходе строительства мечети местные мусульмане Ахмади встречались с этой семьей и рассказывали ей об истинном учении ислама. В результате этих встреч стали происходить изменения в их отношении к исламу. На церемонии открытия мечети, когда я рассказывал мусульманам Ахмади об их обязанностях,
и обратил их внимание на то, какие обязанности являются у них в связи, появляются у них в связи с открытием мечети, и рассказал им о прекрасном учении ислама, в этой семье также произошли очень благотворные изменения, и они проявили большое уважение ко мне. То есть сердца тех людей, которые были большими противниками строительства мечети, открылись, и они стали более мягкими. Говоря коротко, сейчас я расскажу о впечатлениях людей, не являющихся мусульманами Ахмади. То есть я расскажу о впечатлениях людей, не являющихся мусульманами Ахмади, на мои выступления о прекрасном учении ислама. Некоторые из них рассказывали о том впечатлении, которое я на них произвел. Я постараюсь по возможности не приводить эти слова, но не исключено, что где-то они прозвучат. Но самое главное, мне точно известно, что те слова, которые я сказал, являются благой вестью ислама. И если они оказали на людей благотворное влияние, то это означает, что на них повлияло благовестие ислама, а не моя личность. В общем, что я рассказываю, будучи представителем хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, потому что существует обещание Всевышнего Аллаха, хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, что его слова будут оказывать влияние на людей. Епископ доктор Эмин Ховард, приехавший из Швейцарии, чтобы послушать мое выступление в Европарламенте, принял также участие в моей встрече с информационными агентствами. Он является представителем международной религиозной организации, а также основателем и президентом организации «Накормить семью». Ему дали приглашение в Европарламент, но за один день до своего приезда он подскользнулся и упал, и у него опух глаз. Но несмотря на это, он сказал: «Я обязательно посещу это мероприятие», и с этой целью он приехал в Брюссель. Он пишет: «Слова халифа завораживали. Тон его выступления был очень мягким, но слова, исходящие с его уст, имели большую силу и величие. Такого храброго человека я не видел в своей жизни». Эти слова он написал, услышав о достоинствах ислама. С целью услышать мое выступление из Швейцарии приехал также представитель японского буддизма Джорко Хомило, который еще являлся к тому же буддийским монахом. Он сказал своим друзьям, которые его пригласили: «Вы меня пригласили на очень важную лекцию. Посещение этой лекции и встреча с халифом общины являются для меня большой честью и очень дорогими для меня минутами жизни, которые я никогда не забуду. У меня была возможность встретиться со многими образованными людьми из различных стран, и я благодарю вас за это». Достопочтенный Фуат Ахидар, член национального парламента Бельгии, очень открыто выразил свое чувство: «Мы с ним являемся давними знакомыми. Накануне выступления вечером мы встретились с ним, и я сказал ему: мы с вами уже давно знакомы, и вам следует принести обет верности обетованному Мессии имаму Махди, алейхиссалам. Он мусульманин, родом из Марокко, и уже долгое время живет в Бельгии. Вероятно, сюда приехали его родители. Он является очень хорошим и опытным политиком. Он сказал, что мое выступление в Европарламенте является честью не только для него, но и для всех мусульман. Потому что халиф общины своим выступлением об исламе позволил нам держать свои головы высоко. Раньше, когда кто-то говорил об исламе, мы опускали голову от стыда, потому что у нас не было правильных знаний об исламе. Но сегодня мы узнали о том, что такое истинное исламское учение. Представитель Министерства внутренних дел Бельгии, господин Джонатан де Бир, сказал: «Выступление халифа пробудило всех нас, оно научило нас очень многому и является для нас вдохновляющим». Член парламента Бельгии мистер Масс сказал: «Мы очень благодарны халифу за ту весть, которую он передал миру, и за то наставление, которое он дал нам.
Еще один член парламента, господин Годфрей Блум, сказал: «Выступление халифа даровало нам свет, и от имени всех своих коллег я выражаю ему благодарность». Член парламента Норвегии, который является секретарем Христианско-демократической партии одной из областей Норвегии, выразил такое же мнение. На моем выступлении, говорит Хузур, присутствовал также господин Айрик, приехавший в качестве представителя Министерства внутренних дел Франции. Он сказал: «Я записал самые важные моменты из вашего выступления, и в нем есть много назиданий для Франции. Когда я вернусь, я выступлю в своем министерстве с отчетом об этом». Франция сегодня является той европейской страной, в которой звучат самые громкие голоса против. Господину Айрику было представлено истинное исламское учение, это произвело на него очень большое впечатление. Член парламента Испании госпожа Росия Лопес, специально приехавшая из области Толедо, Испании, для участия в этом мероприятии, сказала: «Это мероприятие пробудило в нас дружеские и братские чувства. Благодаря этому мероприятию в Брюсселе мы узнали об очень активной общине, которая постоянно занята построением мирного общества. И под руководством духовного главы общины Мирзы Масрура Ахмада, мусульмане Ахмадии, представляющие многие народы мира, объединились под лозунгом «Любовь ко всем, ненависть ни к кому». Узнать о существовании таких людей в мире, опьяненном своими страстями, является большой честью. Я полностью разделяю ваши представления и согласна с вами о необходимости установления мира во всем мире и о том, чтобы предоставить всем людям все человеческие права. Я всегда осуждаю всякое насилие, ссылающееся на религию». Затем член Национальной ассамблеи Испании Джозе Мария Алонсо, представитель Народной партии Испании из провинции Кантабрия, сказала: «Встречи со всеми мусульманами Ахмади вызывали во мне те же самые чувства, что и встреча с халифом. Вся община очень миролюбива и гостеприимна. Согласно словам халифа, целью религии является не увеличение бед людей, а увеличение любви». Господин Сантьяго Катала, профессор University of France, University of Кьенса, написал много книг, среди которых «Ислам Валенсии и исламская юриспруденция». Он сказал: «Передайте мои слова благодарности халифу общины и имаму, с которыми я встретился вчера, а также всем тем людям, которые присутствовали вчера вместе со мной на этом мероприятии. Я благодарю Бога за встречу со всеми вами и надеюсь на то, что Бог даст вам еще возможность встретиться. Бог милостив к вам. Я тоже желаю вам всего самого доброго во имя Бога и молюсь о том, чтобы Бог даровал вам процветание и мир. Я являюсь религиозным человеком и имею некоторый духовный опыт, но я давно не видел такой высокодуховной атмосферы, которая царила на этом мероприятии. Мы знаем, что духовный человек находится на правильном пути. Он с Богом, и Бог с ним». Затем на моем выступлении, говорит Хузур, присутствовала также одна женщина-юрист из Испании. Вернувшись домой, она прислала сообщение, что один мусульманин Ахмади из Испании, она приезжала в Брюссель вместе с ним, сказала мне: «Эти два дня покажутся для вас необыкновенными», и он, безусловно, был прав.
Я надеюсь, что если Аллаху будет угодно, то эти мероприятия, проведенные общиной, обязательно принесут хорошие плоды. Посмотрите на Испанию. В истории этой страны ислам сыграл когда-то очень большую роль. Но в настоящее время в ней существует большая вражда и ненависть к исламу, и в некоторых районах Испании она очень выросла. Господин профессор Арнольд Кассола с острова Мальта тоже принимал участие в этом мероприятии. Он преподает в университете Мальты литературу и мальтийский язык. Он является автором более 30 книг и помощником основателя третьей мальтийской партии, партии зеленых. Несколько лет назад он был главой партии зеленых Мальты. Он также имеет честь быть членом парламента Италии. Он пишет: мероприятие прошло на очень высоком уровне, и он не увидел в нем никаких недостатков. Представление Ахмадийской общины о братстве и единстве всех людей, ее лозунг «Любовь ко всем, ненависть ни к кому» являются очень важными и объединяют всех людей, независимо от их происхождения и религиозной принадлежности. Речь халифа выражает очень важное стремление к установлению мира. На самом деле, позиция Ахмадийской общины является важной платформой для ведения переговоров и обсуждений теми людьми, которые ищут мира и взаимоуважения в обществе. В решении политических вопросов ее стремление к поискам мира и установлению взаимоуважения в обществе также играет очень большую роль. Еще один гость с острова Мальта, Иван Бартоло, был представителем средств массовой информации. Он является продюсером двух телевизионных программ. Он познакомился с общиной, когда ему в руки попала брошюра общины. Он сам позвонил в общину, и его отношения с ней сейчас укрепляются. Он сказал мне: ваше служение по установлению мира во всем мире имеет очень высокую цену, и я очень благодарен вам за это. Затем он написал обо мне: я нашел в нем больше того, что я прочитал о нем. И он сказал мне: ваше послание миру является вечной ценностью. Я очень рад, что ваше послание дошло до правильных людей. Я нахожусь под влиянием вашей миссии и стремления к установлению мира и братства между людьми. Затем он рассказал об одном произошедшем с ним событии. Он встретился в Брюсселе со своей одной знакомой и сказал ей, что приехал для участия в мероприятии в Европарламенте. Она сказала, что мероприятия, проводимые Европарламентом, обычно проходят не очень организованно. Он ей сказал, что это мероприятие организовано Ахмадийской мусульманской общиной. Тогда она сказала: да, я знаю эту общину, их мероприятие действительно проходит очень организованно. Мистер Кристиан Мирре, член церкви саентологов Европы, сказал: халиф передал всем нам очень важное послание о том, что все мы должны работать ради мира и удаление всякой ненависти между людьми. Его речь была наполнена мудростью, и гарантия лучшего будущего для всего человечества содержится в действии в соответствии с этим посланием. Заместитель мэра района Мон-Ле-Жоли тоже участвовала в этом мероприятии. Она сказала: мне очень понравилось это выступление. Он произнес великую речь и обо всем сказал прямо и очень ясно. Профессор одного из университетов Франции по имени Марко Тиани, принявший участие в этом мероприятии, сказал: «Я счастлив тем, что имел возможность участвовать в заседании Европарламента, на котором выступил халиф. Для меня является большой честью и благословением то, что я присутствовал на этом мероприятии, на котором выступал человек, действительно желающий религиозной свободы и наделения всех людей такими правами, которые принесут истинный мир. Большой честью для меня является то, что я встретился с человеком, который является великим духовным лидером мира, стремящимся к установлению мира во всем мире.
Лозунг «Любовь ко всем, ненависть никому» является очень сильным и дает гарантию мира. На меня этот лозунг оказал очень большое впечатление. Для всех участников этого мероприятия участие в нем было большой честью. Их было настолько много, что многим из них пришлось стоять даже за пределами зала. Бывший мэр города Нунспит в Голландии написал о своих впечатлениях о прошедшем мероприятии. Он, в первую очередь, поблагодарил за приглашение, затем написал о том, что оно произвело на него очень большое впечатление. Хузур поясняет, он участвовал в этом мероприятии вместе со своей женой, поэтому это впечатление их обоих. Далее он пишет, проведение такого мероприятия является наилучшим ответом на угнетение и притеснение, которое в настоящее время происходит в мире. Этот вопрос является частью программы Европарламента и надеюсь, что в будущем это ему будет уделено особое внимание. В общем, благодаря этому мероприятию все его участники обрели новые силы и желание работать во имя мира. Член Европарламента доктор Чарльз Таннок сказал, «Ахмадийская мусульманская община распространяет по всему миру весь мир и борется с притеснениями людей. Перед этим мероприятием состоялась пресс-конференция духовного главы общины». Хузур поясняет, пресс-конференция состоялась за полчаса до моего выступления в Европарламенте. Далее он сказал, и на меня лично произвели очень большое впечатление задаваемые вопросы и ответы на них. Сегодня мир нуждается в таком послании духовного главы мусульман, и это весь мир находит отклик в наших сердцах, и она является вестью не только ислама, но и других религий. Ахмадийская мусульманская община развивается изо дня в день и имеет представительство во многих странах мира. И хотя учение этой общины знает небольшое количество людей, но наша обязанность является распространять основную весть этой общины – любовь ко всем, ненависть ни к кому. Эта весть является вестью мира, обращенной не только к мусульманам, но и представителям всех других существующих в мире религий. В настоящее время Ахмадийская мусульманская община является высоким примером миролюбия и терпимости во имя мира. Но, с другой стороны, религиозные экстремизм и гонения стали опасностью для мира и прав человека. И затем этот религиозный экстремизм соединяется в терроризм. Мусульмане сегодня сами нуждаются в ответе на этот экстремизм, как это делает Ахмадийская мусульманская община. Затем он поделился своим впечатлением от выступления. Выступление произвело на всех очень большое впечатление и было всеобъемлющим. Я благодарен вам за это выступление. Вы в нем затронули различные темы и представили нам истинное исламское учение о мире и миролюбии. Вы также сказали о том, что развитые страны должны помогать бедным народам и странам, напомнили о тех обязанностях, которые лежат на развитых западных странах и странах Евросоюза. И сказали, что они должны выполнять эти обязанности с чувством милосердия и сострадания к людям. Я был удивлен тем, что в своем выступлении вы очень смело рассказали о проблемах иммиграции. Будучи политиком, я знаю, что эта проблема является одной из самых важных проблем нашей страны. Вы сказали, что необходимость взаимного уважения и проявления миролюбия друг к другу является сегодня самым важным посланием. И мы должны выйти отсюда, взяв с собой это важное послание. Мистер Туник Келам, депутат Европарламента от Эстонии, говорит о своих впечатлениях от услышанного. Он сказал, «Ваша община осуждает все формы экстремизма и насилия, которые сегодня распространяются по миру. И ваш практический пример является очень важным для того, чтобы объединить усилия представителей различных религий и верований. У нас сегодня есть хорошая возможность распространить эту весть мира. И я очень рад, что европейские парламентарии тоже участвуют в распространении
Член Европарламента Клауди Мураис сказал: «Обычно на собраниях Европарламента не собирается такое количество людей, какое сегодня собралось здесь. И сегодня ситуация в мире развивается таким образом, что мы нуждаемся в том, чтобы принять и воспользоваться идеей Ахмадийской общины о мире и миролюбии. Мы очень нуждаемся во взаимоуважении и проявлении миролюбия друг к другу. Очень важно, чтобы эти идеи не остались в книгах, а получили свое практическое воплощение». Он сказал обо мне, говорит Хузур, его прибытие сюда, в Европарламент, является признаком того, что люди хотят лучше понять и узнать друг друга. По-моему, мы нуждаемся в том, чтобы еще более глубоко понять Ахмадийскую общину. Мы нуждаемся в понимании их вести о мире и миролюбии. Кроме этого, служение всем людям, независимо от их религиозной и национальной принадлежности, является особенностью этой общины. Мы нуждаемся в более глубоком понимании всего этого. На этом мероприятии, говорит Хузур, присутствовали представители различных средств массовой информации. Хузур перечисляет. और इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बेल्जियम के टीवी और रेडियो के नुमाइंदगान और बाज़ दीगर मुमालिक से तलब करने वाले मीडिया के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे सीएनएन ने भी एक हिस्से का दे के हवाला अपनी वेबसाइट पे उसके बाद उसको वहाँ नीचे लिखा था ऊपर के ऊपर लिखा था कोट ऑफ द डे. И кроме них официальные фотографы Европарламента, представители радио и телеканалов Бельгии, а также представители некоторых других средств массовой информации других стран. CNN разместил на своем сайте цитату из моего выступления о необходимости объединения людей под заголовком «Судный день». Член Национального парламента Германии, рассказывая о своих впечатлениях от выступления, сказал: कैपिटल हिल में खिताब किए हैं इसी तरह अब मैंने कोशिश करनी है कि खलीफा का выступление произвело на нас очень большое впечатление. Хузур говорит, по-моему, эти слова он сказал о моем выступлении в Гамбурге. Затем он сказал: я буду стараться, чтобы халиф выступил в Берлине, в парламенте Германии, то есть в Бундестаге, а также как он выступил в британском парламенте и в здании Конгресса США на Капитолийском холме. Хакан Темарил, член районной ассамблеи Гамбурга, сказал: «Весь мусульманский мир нуждается в том назидании, которое мы сегодня услышали». और इस्लाम की असल तालीम का पता चला है अब हम जमात के नुमाइंदगान को अपने प्रोग्रामों में बुलाएंगे ताकि आप офицер по интеграции сказал одному мусульманину Ахмади. हैम्बर्ग के इलाका हार्बर की काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा: ваш халиф очень красиво представил исламское учение, и благодаря этому было устранено некоторое недопонимание. Я был рад участвовать в этом мероприятии и узнать основы исламского учения. И теперь мы пригласим представителей общины на свои мероприятия, чтобы они рассказали там об исламском учении. Затем представитель совета одного из районов Гамбурга сказал: ни один из представителей нашей религии не может сказать таких слов, которые он, халиф вашей общины, произнес, и которые дошли до наших сердец. То, как он представил учение ислама и рассказал о его красоте, и то, что вы должны любить страну, в которой вы живете, было для меня новым открытием ислама. Потом две женщины, работающие в организации по интеграции, сказали: после того, как мы услышали это выступление, все наши страхи исчезли. Все мусульмане должны иметь такие представления о своей религии. Учение ислама очень мирно, и узнав об этом, все наши страхи относительно мусульманского общества исчезли.
Государственный чиновник из одного района Гамбурга, который присутствовал на открытии новой мечети в Гамбурге вместе со своей женой, сказал, глядя на халифа общины и ее членов, у нас возникла ассоциация с пчелами, кружащимися вокруг пчелиной королевы и жертвующими своими жизнями ради нее. Вся ваша община работает вокруг своего халифа и полностью повинуется ему. Вот такие ассоциации возникают у людей, видящих нашу общину. На открытии мечети в Гамбурге присутствовало несколько представителей средств массовой информации, и они планировали взять интервью у главы общины Германии. Но увидев меня, они сказали ему, что они хотят взять у меня интервью. Я сказал им, хорошо, я дам им интервью, но после завершения церемонии открытия мечети. После выступления я сказал, позовите этих людей, которые хотели взять у меня интервью. Но они сказали, сейчас в этом нет необходимости, потому что те сомнения, которые у нас были после вашего выступления, исчезли. Таким образом, когда люди узнают о прекрасном исламском учении, глаза открываются, и они начинают понимать, насколько прекрасна религия ислам. На этом мероприятии открытия новой мечети в Гамбурге присутствовала женщина из исламского совета города. По-моему, она приехала из какой-то арабской страны, говорит Худур, и занимается исследованиями по исламу в университете. Раньше она была противницей Ахмадийской мусульманской общины и говорила много слов против общины. Но некоторое время назад ее поведение изменилось. Вероятно, ее отношение к общине изменилось после общения с одним профессором из Египта, тоже работающим в этом университете, который является другом нашей общины. После моего выступления она сказала, после вашего выступления все наши сомнения исчезли. Ваш халиф необыкновенный человек, большой лидер и очень мудрый человек. Я наблюдала за тем, как халиф ходит, разговаривает и совершает молитву. Я часто думала о том, что у мусульман появился какой-то один настоящий лидер. И сегодня я увидела такого лидера. Это и есть благословение халифата обетованного Мессии и имама Махди, алейхиссалам. Но несмотря на это и на такие мысли, она осталась там же, где и была. Начальник полиции Гамбурга и его округа тоже присутствовал на мероприятии открытия мечети. Он сказал, если все мы станем придерживаться того миролюбивого исламского учения, о котором было рассказано в вашем выступлении, то отпадет необходимость полиции. О церемонии открытия новой мечети в Гамбурге было написано во многих газетах. Об этом написали такие крупные газеты, как «Hamburger Abendblatt», выходящий тиражом 55 700 экземпляров, «Bild», выходящий тиражом 171 000 экземпляров, «Welt Compact», тираж который 100 000 экземпляров, и «NDR Ektiel», ее тираж 400 000 экземпляров, и многие другие газеты. Один из лидеров оппозиции пригласил меня в парламент земли Гессен и спросил, как вы смотрите на изменения, происходящие в исламском мире и особенно в арабских странах? В настоящее время проходит много дискуссий на эту тему. Я ему сказал, те же самые люди, которые направляют помощь в эти страны, несут ответственность за происходящее в них. Положение в арабских странах не изменилось за одну ночь. В этих странах оставались те же самые руководители, которые были в них и 10-20 лет назад. Все это время власти богатых западных стран не обращали внимания на проблемы, существующие в мусульманских странах, потому что у них были свои предпочтения и интересы. Граждане этих стран тоже не обращали внимания на эти проблемы до тех пор, пока их не стали подстрекать к мятежам и бунту люди из других стран. Таким образом, руководство этих стран было коррупционным и неправильно относилось к своим гражданам. Однако власти западных стран и те организации, которые оказывали помощь этим странам, имели с ними дело. Дело в том, что пока руководители арабских стран подчинялись властям богатых стран, никаких беспорядков не было.
Но когда они перестали нуждаться в этих коррумпированных руководителях арабских стран, они решили произвести в них изменения. Я сказал, что если западные правительства хотят, чтобы в арабских странах установился мир, то они должны способствовать установлению в них подлинной демократии, потому что вы поднимаете много шума о демократии, но на самом деле вы выбрали какого-то одного человека, который нравится вам, и вы оказываете ему поддержку всевозможную. А когда он переступает все пределы и становится диктатором, тогда вы начинаете действовать против него. То есть вы сами делаете их диктаторами. И когда они становятся вам неудобными, то вы делаете их совершенно беспомощными. Вы должны реально помогать тем странам, в которых происходят беспорядки, и способствовать установлению в них подлинной демократии. Мы поговорили с ними на другие темы, но об этом мне удалось рассказать более подробно. Мэр города Ридштадт, в котором состоялось открытие Ахмадийского университета, Вернер Арманд, сказал, что речь халифа не была прочитана по бумаге, а исходила из его сердца. Его слова, обращенные к студентам о том, что они должны действовать в соответствии с тем учением, которое изучают, и показать людям лучшие образцы ислама на практике, являются очень важной и положительной вещью. Несмотря на то, что он является духовным главой религиозной организации, он является человеком дела. Хузур говорит, я не знаю, что он имел этим в виду, говоря слово «несмотря». Вероятно, по его мнению, руководитель религиозной организации, как правило, далек от практических дел или говорит одно, а делает другое. Секретарь организации Исламской конференции Германии господин Вольф Вальтхар, который также присутствовал на церемонии открытия Ахмадийского университета Германии, сказал: «Назидания халифа общины были очень важными и необходимыми». Затем, говорит Хузур, он выразил свое мнение относительно одного назидания, которое я дал студентам. Халиф общины сказал: «Поскольку студенты университета отличаются от других людей своей одеждой, то очень важно, чтобы они поддерживали дружеские отношения с людьми и встречали их с открытым сердцем, и это уменьшит их предрассудки и предубеждения. И это возможно только во время общения с людьми, обменом с ними информацией». Эти слова являются очень важными. Журналист по фамилии Ханг сказал: «По-моему, это мероприятие прошло в очень дружеской атмосфере и с большим уважением ко всем присутствующим. Речь вашего духовного руководителя была очень позитивной и мудрой. Его жизнеутверждающие слова произвели на меня очень большое впечатление. Они не ограничивались только нравственностью, он также дал практические советы студентам о том, как им строить отношения, доверительные отношения с местными жителями». Информацию об открытии Ахмадийского университета Германии распространили печатные издания, телевизионные и радиоканалы. Эта новость прозвучала на них более 10 раз. В газетах были опубликованы фотографии Ахмадийского университета Германии, и написано, что духовный глава общины Мирза Масрур Ахмад, аядахуллаху тааля бинаслих лазиз, выступил перед студентами университета, представил миру красивое исламское учение и дал назидание юношам следить за своим духовным состоянием и действовать в соответствии с истинным исламским учением, проявляя по отношению к людям лучшие нравственные черты. Одним из самых важных принципов Ахмадийской мусульманской общины является распространение мира и учения о единстве всех людей. Одна газета написала: «Ахмадийская мусульманская община Германии открыла университет, в котором будет готовить имамов». Она рассказала об университете и его планах и написала: «Их духовный глава, обращаясь к будущим имамам, сказал, что им следует рассеять все страхи жителей Гессена и Ридштадта относительно ислама. Ислам не воюет против других религий и обществ». Другие газеты также написали об этом. Пусть Всевышний Аллах сделает долгосрочными успехи всех состоявшихся мероприятий,
И каждый наш шаг станет шагом на пути развития и прогресса и увеличивает в нас богобоязненность и благодарность Всевышнему Аллаху. Хазрат Абитабан и Мессия Алейхиссалам сказал: «Ваша истинная благодарность заключается в богобоязненности и чистоте. Когда кто-то спрашивает, мусульманин ли вы, ваш формальный ответ «Альхамдулилля» не является достаточным для проявления благодарности Всевышнему Аллаху. Если вы приняли пути истинной благодарности, то есть богобоязненности и чистоту, то я сообщаю вам радостную весть о том, что если даже вы будете находиться на границе страны, никто не сможет одолеть вас». Затем он сказал: «Самое главное заключается в том, что богобоязненность вызывает страх у противников, и Всевышний Аллах не губит богобоязненных людей». Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам сказал: «Самое главное, чтобы человек не отказался от богобоязненности и твердо следовал по путям богобоязненности, потому что богобоязненный человек обязательно оказывает влияние на людей, и в сердцах противников возникает страх перед ним. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность всегда следовать по путям богобоязненности и получать его милости». Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر